промоины, проталины уже вон какие. Уже пол речки растаяло. Поехали. Так, прошла неделя, но мы приехали сюда. В общем-то, читал комментарии и решил кое-что исправить. Покажу там на месте. Так, взял фотоловушку сразу с собой, чтобы по 10 раз не кататься. Сделал троса. Тебе. Угу. Тросики. Проволочка. Ну и железяки всякие разные. В общем, пойдем сейчас там на месте все объясню, что будем делать. Погода стоит холодная, утренники холодные. В общем, еще снега в лесу хватает. В общем, никуда мы не пошли, пришли назад. Сейчас расскажу, почему. Нафиг. Короче, не успели мы подойти, как, заметил, что бочка уже оторванная, валяется вообще в стороне. Подходить не рискнули, ружье не взяли. Сейчас поедем за ружьем. Я не думал, что медведь так быстро найдет ее. Буквально сколько тут прошло-то. И уже все вывернуто, уже, смотрю, бочка вообще перевернутая, валяется в стороне, оторванная. Короче, поехали мы за ружьем. И приедем, смотреть надо, что вообще, как ее надо привязать. Троса же привезли, и все. В общем, короче, поехали мы домой за ружьем, за пулями. Съездив домой, мы уже приехали с отцом смотреть, что же все-таки произошло с привадой. И волка. Тащил бы по снегу. Волочил я прям. Вот он здесь орудовал. Дочки. Бочку оторвал. Уволок вообще в сторону. Сейчас пойду, короче, привязывать эту бочку. Здесь он топтался. Сейчас, короче, ее надо нормально, конкретно привязать. Потому что привез фотоловушку. Естественно, если медведь обкатит бочку, метров 15-20 от радиуса срабатывания этой фотоловушки, то мы ничего больше не увидим. Сейчас я уже привез трос. Трос шестерка. Привяжу за дерево. Надеюсь, этот трос он не оторвет, потому что проволочки он даже не почувствовал. Уволок ту бочку на метров за 30 от того места, где была. Так. Да, продеть вот. Так, тут завязали. Теперь надо еще как-то нам завязать. Так. Дерево. Вот. Написал мне один человек, мол, сделать абрикушки. То есть медведь, когда будет валять бочку, просто привязываем гайку, и она будет стучать вот так. Когда он валять будет, чтобы она, ну, как погремушка была. Чтобы можно было его услышать. Так. Вот так у нас все будет выглядеть. Брякать будет.
такая же фигня. Пускай ее катает. Сейчас на тросике. Думаю, не оторвет, но удавку с одной и с другой стороны подцепил. Сейчас будем ставить фотоловушку мы на эту бочку. Так, куда бы ее здесь поставить? Ружье возле себя надо держать. Ты уставишь где-то. Сейчас наблюдает за нами, наверное. Чё смеюсь? Вполне возможно. Так, все. Главное, патронтаж на себе. Ну. Закидаем патроны. Ну все. Главное, руками похлопал, толк будет. Короче, вот бочка. Ставили фотоловушку. Ловушка с GSM модулем, фотографии будут отправлять, связь здесь есть, так что будем ждать, пока кто-нибудь. Главное, чтобы он мне ее не сломал, блин, потому что вот сейчас одна, я заказал еще одну. В понедельник сказали, что у нас сегодня 24, короче, 26 апреля сказали отправят, ну в течение там недели должна прийти, потому что надо на вторую бочку тоже ставить фотоловушку. Ну и будем смотреть. Мне кажется, будет интересно смотреть, как он эту бочку будет катать здесь. Посмотрим, скроет, не скроет он ее. Ну, сейчас пока не скрыл. Ну, в общем, будем ждать. Медведь, в принципе, нашел быстро все это дело. Недели не прошло, он уже пришел здесь. Ее уволок. Проволоки, конечно, он отстегнул эти, даже не почувствовал. Ну, с тросиком, надеюсь, такое у него не прокатит. Маленько подмаскировал ее, потому что что-то неохота, чтобы он ее лапой своей сбил. Но мне кажется, это особо-то не поможет, все равно ее видно. Все, идем вторую смотрим. Так, ну здесь не было никого. Проволоку я отвязал. Сейчас привяжем трос. Гайки-то привяжи. Чтобы тут фотоловушки нет, чтобы уже как телефон, чтобы дома услыхать было. Загреми, значит, приедешь. Не забоится он этого. Ну, это типа игрушка с магазина. Но если маленький будет, ему интересно будет, а если большой, то навряд ли понравится. Здесь все. Здесь не было его, не приходил. Там, конечно, он пришел и приходил недавно. Следы такие не вытаили. Посмотрим. Будут приходить смс-ки, не будут. Может, завтра приеду, скорее всего, сюда еще гляну. Может, сюда придет. В общем, посмотрим. Будем ждать вообще вот вторую фотоловушку, конечно, чтобы сюда поставить. Вот так все. Так, день второй. Идем смотреть. Приходили какие-то непонятные вообще кадры на телефон. Вообще ничего не понятно было. Медведя не видно было на этих кадрах. Так что сейчас придем глянем. Короче, приходил медведь. Мне кто-то ловушку разломал, походу. Он всю бочку опять катал здесь. Ловушку вон что с ней понадел. Всю сбил. Видите, вот эти? Даже вон вся трава укатана. Так, посмотрел мельком. Короче, хорошего мало. Ну, сейчас посмотрим. Во-первых, фотоловушка неправильно была поставлена. Прям солнце попадало почему-то на нее. Там просвет такая, просека небольшая. И солнце прям било фотоловушку. И, в общем, кадры засвеченные. Ну, фотоловушка, сразу скажу, такая слабенькая. Я ее покупал давно. Качество съемки у нее такое. Что там, 12 пикселей всего у нее. Ну и Мишка ее, конечно же, лапой своей сбил. Ну, в общем, смотрите кадры. Что получилось, то получилось. Фотоловушку сейчас переставил.
сейчас должна снимать нормально.